31 марта в поселке Дубна Тульской области состоялось торжественное открытие нового дома в рамках общероссийского проекта по реконструкции усадьбы Масоловых. 22 семьи получили в этот день ключи от квартир. Инвестором проекта выступило предприятие «Евраз Ванадий Тула». Для компании «Евраз» развитие региона всегда было приоритетным. Именно поэтому тульское предприятие откликнулось на просьбу администрации региона оказать содействие в строительстве дома для расселения жильцов старинного поместья. Всем спасибо, все это строили. Мы очень рады и очень довольны, потому что никогда бы мы свое жилье не купили. Здесь вообще, конечно, восторг полнейший. Я не могу объяснить, побыстрее бы сюда переехать, потому что вот все-таки там сыровато у нас. Сырость нас поняла. Ну, поздравляю. Ой, спасибо огромное. Спасибо огромное всем спонсорам, всем, кто участвовал в этом проекте. Прям огромный вот прям поклон до самой земли. Мы даже не ожидали такого, конечно. Потому что просто так за даром давать квартиры со всеми удобствами, наверное, это сейчас невозможно и нереально, мне кажется. Усадьба Масолова, основателя чугунно-литейного производства, является памятником архитектуры 18-19 веков. Его дом – трехэтажный особняк, находящийся в аварийном состоянии. Здесь плохо работала система отопления, водоснабжения, разрушались перекрытия и лестницы. Впервые о реконструкции усадьбы было заявлено 2 года назад. Начало проекта положил Евраз Ванадий Тула. Строительство дома – это первый этап проекта по восстановлению старинного поместья династии Масоловых. Предприятие «Евраз Ванадий Тула» оказало спонсорскую помощь на его строительство. В доме созданы все комфортные условия для проживания. Для всех новоселов было большой радостью получение ключей от квартир. Управляющий директор «Евраз Ванадий Тула» от всей души поздравил жителей с долгожданным событием. Компания «Евраз» всегда с большим уважением относится к регионам собственного присутствия и всегда старается их развивать. Вот этот вклад, наш вклад в развитие региона, он связан и с тем, что регион начинает хорошо жить, соответственно, строится жилье. И второй, наверное, момент – это все-таки усадьба Масолова. Это один из первых металлургов в стране. Поэтому компания «Евраз Металлургическая», горно-металлургическая крупная компания. Поэтому само участие в вот таком проекте, оно связано еще и с нашей, так скажем, трудовой деятельностью. Отмечу, что старинное поместье династии Масоловых ждет реставрация. В главном жилом доме планируют создать музей металлургии.